Итак, создадим заказ, вместе с этим произведем замеры времени на создание и количество нажатий. Также время запуска программы. Запускаем приложение. Создаем заказ. Создаем заказ на разное количество в разных папках. И обязательно выходим на уровень выше. Допускается зайти в ту же папку товара, но только в следующий раз. Отправка пошла. Отправка пошла.